Наш завод по производству порошковых фармацевтических препаратов в Новосибирской области работает на рынке лекарственных средств более 10 лет. В прошлом году наше предприятие начало выпуск витаминов в таблетках. На первых этапах запуска оборудования мы столкнулись с проблемой очистки и полировки готового препарата. Проблема заключалась в следующем. В процессе прессования таблетки, а также последующего ее перемещения из матрицы в накопительную емкость, происходит контакт таблетки с остатками порошка. В результате на поверхности таблетки образовывается пыльная пленка. Эта пыль затрудняет работу блистерной и фасовочной машины, пыльные таблетки с трудом покрываются оболочками. Решением по удалению пыли с таблеток мне подсказал мой коллега, главный инженер, который, в принципе, уже давно занимается производством лекарств в форме таблеток. Он предложил купить оборудование для производства и удаления пыли с поверхности таблеток. Мне нужен был компактный и простой в управлении аппарат с управлением через шки-экран. Я приступил к поиску автоматическое оборудование для производства и удаления пыли с поверхности таблеток. Коллега посоветовал сначала обратиться к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал желаемые параметры и возможности машины. Конкретную машину я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что конкретно таких машин они не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать еще производителей оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит оборудование для производства и удаления пыли с поверхности таблеток. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование с необходимыми параметрами. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска оборудования для производства и удаления пыли с поверхности таблеток. И тут я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2009 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основание утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу автоматическое оборудование для производства и удаления пыли с поверхности таблеток и назвал характеристики желаемой машины. Он предложил вариант автомата, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку оборудования для производства и удаления пыли с поверхности таблеток. Через 30 дней после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Автоматическая машина, как я и хотел, была, по сути, компактная с простыми и удобными элементами управления через систему шки-экран, рабочая зона закрыта пластиковыми щитами. Руководство, и я в том числе, остались довольны предложенным вариантом оборудования для производства и удаления пыли с поверхности таблеток. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Опыт показал, что как бы ты ни был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.